Сёлета за парты Верамейской сярэдняй школы Чэрыкаўскага района селі 144 вучні, з іх 14 першаклашкі. Нягледзячы нават на невялікую колькасць жыхароў, з кожным годам у школе робяць умовы больш камфортнымі і цікавымі. На базе Верамейской сярэдняй школы існуе музей баявой славы. Ён паказвае гісторыю Чэрыкаўскага района і аграгарадка Верамейкі ў гады Вялікай айчыннай вайны. Як нам паведамілі ў школе, у музеі захоўваецца больш за 1000 экспанатаў асноўнага фонду. Интересные экспонаты, конечно, для ребят – это каски, это гильзы, которые были найдены на нашей территории, это личные вещи людей, которые участвовали в войне. У новым навучальным годзе школа сустрэла вучню обновлением. Напрыклад, класс для занятков с вучнями с асаблівасцямі психофизичного развития стал больше ярким. Еще у Верамейской школе обновили кабинет информатики. За средства бюджета был приобретен компьютерный класс, 8 персональных компьютеров белорусского производства, многофункциональный спортивный тренажер, который установлен на спортивной площадке. В этом году наша школьная семья пополнилась тремя молодыми специалистами. Все они – выпускники МГУ имени Кулешова. Обновление протягнется нават не глядячи на то, что навучальный год уже почался. Плануется, что до конца календарного года новое учебное обсталявание з'явится у кабинете биологии. Карина Немцева, Дзяніс Жавіна, Виталий Алексеенко. Новини региона.